Доброго здоров'я! Ми знову на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми – Меблі Фокс. Партнер показу «Аспиво» і «Аква Трейд». І сьогодні у нас в гостях Сергій Володимирович Клочко, кандидат на посаду Сумського міського голови. Раді вас вітати. Вітаю. Вас вітаю, глядачів. Що будемо годувати, Сергій Володимирович? Чим на кухні? У нас говорять, ми говоримо макарони з овочем. Я говорю по-модному, не знаю, скажете ви. Ну, паста. Аля паста. Клочко Сергій Володимирович народився 22 вересня 1958 року в місті Суми. З 1964 по 75 роки навчався в школах-інтернатах. З 1975 по 1981 – слюсар заводу електронних мікроскопів. З 1982 по 91 – слюсар, майстер-начальник цеху ремонтно-транспортного підприємства Сумського районного агропромислового об'єднання. З 91 по 97 – керівник приватних підприємств. З 97 по 99 – начальник управління комунального майна та приватизації Сумського міськвиконкому. З 2001 по 2002 – помічник-консультант народного депутата України. З 2002 по 2003 – секретар Сумської міської ради. З 2003 по 2005 – помічник-консультант народного депутата України. З 2005 по 2006 – секретар Сумської міської ради та ВО міського голови міста Суми. З 2006 по 2011 – заступник голови Сумської обласної ради. З 2011 по 2012 – помічник народного депутата України на громадських засадах. З 2014 по теперішній час – заступник директора компанії «Рідан» міста Суми. Освіта вища – інженер-механік. Позапартійний – був депутатом обласної ради та двічі депутатом міської ради. Одружений – має доньку. Так. І так паста з овощами. Ми знаємо друг друга лет 28, наверное. Не пугайте зрителей. Такими страшными цифрами. Настя точно была тогда еще. Наверное, немного только... лет. Я думаю, очень немного. Я пам'ятаю ще по романтиці. Так, Саша, я пам'ятаю, тому що в мене ще дитині було 3 роки і 2, як ми познайомилися. Буде якраз дитині зараз 30 років. О, от я все точно. Но, тим не менше, за столом сиділи, готові вперше. Приступаємо к роботі. Так, ну, як гостю, що там? Настя поки буде, давай резати перчик. Мені таке, що поменше роботи. Поменше роботи, хорошо, тоді цибулю чистить, точно знаєш я. Давайте мені перчик теж. Давай тебе перчик. Давай, так, давай. Нож вот такой. Насте даю всегда маленький, гостю средний. Кстати, ножи очень острые. Поэтому аккуратно. Я люблю работать... Сергей Владимирович, вообще часто так вот нож по-хозяйски в руках держите? Или нет? Ну, справа в том, что я встаю зранку, десь о 5-й године, и намагаюсь завжди что себе сварить такие свеженькие. Ага. А свеженькие, ну... Ну, знаєте, я колись навчався в інтернаті, нас завжди там кормили перловка, каже, дроб 48. Ну, правильно, як в армії. А, да, так потому у нас сьогодні да. З овощами, а без м'яса. Да, так, тому я привик, що з утра треба поїсти щось таке, тільки не перловку. Речка, макарони, ну, щось таке. Правильно. Картошка інколи ти жарю. Ну, я думаю, що зараз багатьом треба, тим більше літо, вчиться без... Менше м'яса. Вітамінчики. Так, да, і вітамінчики, і так воно економічно буде зручніше. Ні, ну ще раз вам кажу, я коли навчався, добре пам'ятаю, у нас була... Ну, сюди можна. Таке меню завжди на 75 копійок, тому у нас завжди завтрак і вечеря була без м'яса, м'яса тільки в обід, і то так небагато, ну, самі розумієте. Так, оце впродовж і все достатньо. Ну, з цієї кухні понятно, а політична кухня? Опять решили... В бой? Ну, справа в тому, що це для мене вже привично в бой. Я взагалі ніколи з состояння бою не виходив. Це точно. Якщо пам'ятаєте, перший раз я, так сказати, пройшов апробірування мера, на посаду мера, це ще при... Амельченко? Даже, ні, Амельченко даже... тоді пройшов, тоді коли мене зняли з реєстрації. Хоча ви були тоді лідером.
Город, да, я тоді був єдиний від опозиції, у мене було доволі солідний процент, я пам'ятаю, як зараз 72% у мене було рейтингу. І пройшов би без вопросів, це точно? Пройшов без вопросів, ну, тоді в силу такої політичної ситуації, і, якщо пам'ятаєте, за два дні до виборів мене зняли судом. Я пам'ятаю хорошо, да. Поэтому не вийшло, не вийшло. А потім другий раз я балотувався після того, як я виконав обов'язки мера після помаранчевої революції. Да. Да, да, да. Тому да. Цей третій раз наша команда вирішила, що потрібно боротися, бо боротися за не те, щоб боротися за посаду, боротися за місто. А який, от на ваш погляд, мер повинен все-таки бути? Зараз така політична ситуація, що, в принципі, політик чи господарник? Ну, ви знаєте, я доволі дуже довго був ще членом політичної партії. Я 13-14 років був заступником голови обласної організації соціалістичної партії. Я знаю, да, що таке, да, політична, да, кухня, як ви говорите. І взагалі-то я останніми роками прийшов до висновку про те, що мер повинен бути тільки господарник. Бо політик все-таки він має якісь, скажімо, зобов'язання перед вищими органами Києва, партійними органами. І зачастую політик приймає рішення не на користь своєї громади, а на користь цієї структури, яка його колись висунула. Бо він повинен їй віддати те, що вони їй дали. Вони говорять, обично, ну, я це пройшов, коли говорять, ми тобі дали партійне знам'я, ти пройшов під наше знам'я, тепер віддай нам що-небудь. А місто повинно керувати, особливо з часу, кризисний час, будемо говорити відверто по Україні, що робиться. Потрібна людина, яка хоч розуміє, ким вона керує, як вона керує, знати місцеве господарство. Дуже важливо, щоб знала вона законодавство, тому що законодавство принесе керівники місцевого господарства. Ну, надзвичайно важливо, потрібно знати. Я скажу, коли я став виконуючим обов'язки мера, я десь місяць підписував документи, а потім прийшов до мене юрист і об'яснив, що мене можна було посадити зразу. Тому що я підписував документи і не знав, що я підписую. Зараз, експериментувати, садити людину, яка нічого не знає в цій системі, садити її зараз на посаду мера, давати можливість керувати другим, може загнати місто, вибачте, до такої ситуації, то, що до майбутніх виборів 2015 року буде дуже погана ситуація. Тобто, от говорить Геннадій Михайлович, то лучше 5 років ошибок, чим 50 років саботажа. Тобто, ви вважаєте, що у нас немає зараз 5 років на ошибки? Так? Просто не до того часу. Звичайно, і я взагалі цієї тези не підтримую, що лучше 5 років ошибок. Всі ці ошибки потім відобразяться на наших людях, на жителях. Сергій Володимирович, от я знаю, що ви один єдиний, це точно, з людей, які дуже довго працювали у владі, тим більше на таких посадах, у органах місцевого самоврядування, в принципі, який, пішовши з влади, їздить на велосипеді. Я вам скажу навіть більше. Нищий і босий. Ні, извините мене. Я не тому. Я ненавіжу машини. Я машин ніколи не буду, я ненавіжу машини, не буду на них їздити. Ну, мене колись я побачив, роки два побачив Данильченко на велосипеді. Я кажу так, як є. І мені стало, мені стало так обідно, я купив велосипед і з прошлого року знову теж їжу. Кстати, воздержанность в еде рождена или заботой о здоровье, или неспособностью много есть. Франсуа де Ларош-Фуко. Сергей Владимирович, ну если так тезисно, вот три основных каких-то положения, да, которые отличают вашу программу от программ других кандидатов. Ну, так, такие какие-то основополагающие вещи. Ну, для мене основне, це, про що я говорю кожній зустрічі, це для того, зробити так, щоб міській владі не було так всюди по країні хабарництва серед чиновників. Ми зараз знаємо, що це основна біда для України. Корупція. Ну, всі знають, що по Україні зараз любі бюджетні кошти, якщо кому здають, це 30% відкату. 30% відкату, від кого вони відкачуються, це дуже тяжко робити. І хочу вам сказати, що той період, коли я був, якраз ми з цим жорстко боролися. Я пам'ятаю, за ці півтора року у нас два чоловіка із клерків, скажімо так, поймались на хабарництві. Про них навіть ніхто не річ не виїхав, дали сразу, застудили, там, чи посадили, вже не пам'ятаю, але з цими речами боролися. Так. Тот бардак, який зараз робиться з будівництвом, вже нікуди не йде. Вже нікуди дивитися, вже не за що робиться в Сумах. Той генеральний план, який прийняла міська рада з подачі там,
яких структур. Тобто нельзя з ним працювати? Не підходить, його потрібно обов'язково перевіряти. І взагалі потрібно дати повноваження такі міським керівникам, щоб вони могли дійсно зупиняти будівництво. Ну так, да, з цим проблема. У мене вдома, я живу, я розказував. У мене під домом построїли дом, під окнами построїли дом. Якщо раніше у мене світ в окні був з утра до вечора, то зараз тільки з 12 дня до 4. Далі світа немає. Таких же прикладів дуже багато. Ну, багато проблем є таке, що це як пріоритет, да? Пріоритет, так. Да. Чуть повище. Я сьогодні виступав в сільхозінституті, сьогодні виступав, у нас є таке підприємство для глухонімих. І мені так задавали питання, яке, до речі, ми тоді ще робили, коли я виконував обов'язки міського голови, про те, що люди сумчані не отримують зараз квартир. Я не зрозумів чому, але тоді, коли я виконував обов'язки міського голови, у нас було таке рішення. Кожний будівельник, ну, крупний будівельник, мається на увазі Федорченко, Сумбут, там, Віщага, 8% від побудованого житла вони віддавали місту. Сейчас этого нет? За останні 7 років ці договори, ну, скажем так, потерялись. Давайте теперь макарончики забросим и включим, Сергей Владимирович, аккуратно. Дайте я трошки поріжусь. Да, поріжте, будь ласка. Поэтому... Так, давай спагетти бросаем. Паста, она же макароны. Да. И включи мне, пожалуйста, сковородку. Давайте. Получается, Сергей Владимирович? Так, Сан, что ты открываешь? Давай, открываем все. Вот. Сергей Владимирович, вы сказали, что вот шли в свое время на выборы мэра единым кандидатом от оппозиции, да? Сейчас единый кандидат от уже бывшей оппозиции, а сейчас демократических сил, у нас выполняющий обовязки міського голови Олександр Миколаевич Лысенко. То есть получается, что в принципе он-то на вашем месте, вот как вы тогда были, да, тоже единый кандидат от демократических сил. Но вы ему идете в противовес, он ваш конкурент. Не хочу говорить плохого ничего про Александра Николаевича. Я с ним знаком. А вообще, кого вы так вот считаете своим конкурентом? Ну, скажем так, с кем бы поборолись, если бы был второй тур, к примеру? С кем было интересно вам повоевать? Да ни с кем. Вопрос, я думаю, в принципе, уже решен. Даже так? Да. Для вас? Для меня, конечно, для сумчан. Дело в том, что когда мы принимали решение о том, чтобы баллотироваться мне на посаду міського голови, мы тогда понимали, что еще, что сумчане все-таки захотят, чтобы этот период до 2015 года, когда будут следующие выборы, все-таки город Сумы был в надежных руках. Я считаю, что у меня руки надежные. Никто никогда меня не упрекнет, что я занимался там казнократством, никто не скажет, что я брал взятки или с кого-то вымогал. Я этим не занимался. Ну, дело в том, еще раз, я хочу сказать, что я воспитывался в интернате, у нас за эти вещи очень сильно били по рукам. Сергей Владимирович, вот сейчас кандидаты в мэры начали озвучивать свои программы, и Геннадий Минаев, экс-мэр, который представляет Анатолия Жука, вот он сказал, что никакой контрагитации относительно, например, Сергея Клочка не будет, потому что мы договорились, что мы не будем ни в коем случае обливать друг друга грязью, потому что мы уважаем друг друга. Была такая договоренность действительно с разными кандидатами? Нет, мы с ним разговаривали по телефону, и вот перед тем, как я выдвигался, я ему сказал: Геннадий Михайлович, ты заметишь, что я за 7 лет тебя ни разу не критиковал нигде, ни в прессе, ни в радио, ни по телевизору, потому что я считаю, что неэтично, когда предыдущий мэр или наступный мэр критикует свой последователь. Мы на этой кампании приняли решение, что мы не критикуем вообще никого. Каждый отвечает за свою часть работы. Всюду я хожу, рассказываю, что я могу, что я сделал за тот период. А у меня действительно есть, скажем, те начинания, про которых мне стыдно говорить, и я считаю, что очень многое, что мы тогда сделали той командой в 2005 году, было сделано положительно, но аукуется еще сейчас хорошо. Мы с вами заговорили о квартирах, да, которые доставались чернобыльцам, да, когда вы были в власти, а еще троллейбусы, которые покупались. Вот сейчас это тоже большая проблема. Троллейбусы-то не покупаются? Ну, насколько я знаю, троллейбус там был, один или два еще были куплены за этот период. Хотя действительно проблема в городе сейчас большущая. Троллейбусы уже, кроме тех, которые куплены, правильно говорите, за последний период, они уже все должны подлежать списанию.
И действительно надо думать о том, как бы закупать. Уже тогда действовала программа. Почему мы взяли 10 троллейбусов? Потому что тогда уже действовала программа государства, когда половину стоимости троллейбуса оплачивали мы из городского бюджета, половину оплачивало государство. И мы на эту тему прыгнули и сумели купить эти троллейбусы. Почему сейчас за этот период, эта же программа действует, сейчас не покупается, я не знаю. Но я считаю, что все равно надо покупать эти троллейбусы, надо покупать автобусы, делать именно коммунальный парк на базе, если мы говорим уже про троллейбусный парк, где должны быть автобусы и троллейбусы, и все-таки возить тех же пенсионеров бесплатно. Потому что новая транспортная схема, она как раз под троллейбусы делала, чтобы выживало предприятие, а не под маршруточников. Ну, хочу вам сказать, что это было названо как сделано под троллейбусный парк, а на самом деле транспортная схема сделала совсем по-другому. Она не решила этой проблемы, а троллейбусный парк действительно надо спасать. Я был в Чернигове, я был в Полтаве. Там интересная схема. У них ездят троллейбусы по тем маршрутам, где ездят троллейбусы, маршрутки не ходят. Маршрутки ходят у них. Они не конкурируют. От конечных, да. Они просто между собой не конкурируют. А вы каждый день практически встречаетесь с людьми, наверное, да? Так. Как вообще реагируют люди? То есть вспоминают ваши достижения? Вы знаете, меня очень радует, что практически на каждой встрече приходят люди, которых я не помню, а которые мне рассказывают, что я сделал хорошего тогда. Даже вы можете этого не вспомнить, а люди вам напоминают. Я не помню. Да? Вот у нас то, что вы сказали про чернобыльцев, про председателя городского совета, Совет Чернобыль. Он сам подошел ко мне на встрече на проспекте Лужского возле Аурома и сказал: «А вы же помните, что вы нам давали квартиру?» Я действительно не помню, он помнит. Мы тут лук не пропустим, нет? Все, сейчас мы уже добавляем. А как вообще ваша семья, ваши так близкие, а что ты это, дайте, ваши только родные подсылки отнеслись к тому, что вы решили вернуться в политику? Вернуться в большую политику, да. Хочу вам сказать, что большая инициатива, кстати, как раз и лежала на них. У меня дочка, она мне за последние 2 месяца, скажем так, как-то говорят, плешь прожитла, да? Вот это что такое? Она мне сказала: папа, когда ты уже решишь? Но я решил буквально за 4 дня до выдвижения. До регистрации окончания. Да, поэтому. Да. Ну красиво в крайнем случае. Ну, давайте я сейчас посмотрю. Великолепно. Кстати, не надо морить себя голодом ради того, чтобы прожить чуть-чуть дольше. Питер Айрин. Сергей Владимирович, кто все-таки с известных, авторитетных людей в городе вот еще поддержал ваше выдвижение? Ну, как Настя говорит, кроме дочери. Ну, Сан Саныч, вы знаете, я же проработал довольно долго, у меня больше 10 лет работы в органах власти города и области. Я все-таки был дважды депутатом городского совета, один раз был депутатом областного совета. Ну, если честно говорить, знакомых, то, еще раз, как дочка говорит, больше половины города. Поэтому, куда бы я ни приехал, на какую встречу ни пришел бы, есть там руководители, есть, да? Которые меня поддержат. И еще раз говорю, что мне очень приятно, что меня на каждой встрече меня поддерживают люди. Я бы не хотел бы тут выделять руководителей, а не руководителей. Люди поддерживают, это самый большой бальзам на сердце. Настюш, давай я тоже тебе буду помогать зелье делать. И вы, Сергей Владимирович, вы не стесняйтесь, работайте все-таки. А то я не пойму, кто из нас готовит тут. И люди неправильно вас поймут. Да люди поймут правильно, когда побачить акисты будем. Сан Саныч, я позволю, чтобы я не порезался, поэтому извините. Да, правильно, Сергей Владимирович. А то же меня запугало, что ножи гострые. У меня дома, правда, не такие гостренькие. Ну, хотя, в принципе, здесь мэры резались. Геннадий Михайлович, в частности. Так что... И кандидаты резались. И кандидаты так, резались. Вы, пожалуйста, намеков больше не бросайте. Да, даже народные депутаты резались. Да, даже народные депутаты. Сергей Владимирович, вот это, кстати, неплохая работа, и вы возле сковородки работаете. Я слушаю. Все-таки лучше, когда вы работаете, я говорю. Вот вы говорите и работаете. Это, Сан Саныч, когда целый день пробегаешь по встречам, потом все стоишь, нюхаешь. Так, зато... у меня на украшение, да, ставлю? Да, Настя. А то на украшение пойдем. Сегодня у вас встреча есть еще, Сергей Владимирович?
с избирателями? Да, да. Я встречи на 6 часов идут уже по месту жительства. Знаете, если б ви понесли оцю миску, и люди у вас попробовали, ті, які прийдуть на зустріч, я говорю, вони би точно за вас проголосували. Як ви відноситесь к півку, Сергій Володимирович? Сан Саныч, я пиво не пью, но уважаю сумских пиваров, потому что мои друзья его пьют. Прекрасно. Значит, качественное. А мы всегда говорим, если пиво не псельское, значит, пиво никакое. Вот. Ну что у вас, получается неплохо, в принципе. Я, кстати, живу недалеко там от Псельского, так смотрю, там действительно там забито. Ну, клиентов, я имею в виду. Приятно, когда наши умеют, да, делать. В принципе, дай Боже, чтобы было, потому что деньги действительно в казне вам, как будущему мэру, будут нужны. Настя, ну что, мы пожелаем, мы всем желаем победы. Мы желаем, чтобы все-таки мэром города стал хозяйственник. А. Ох, я хочется, чтобы ваши слова сбылись. Пусть кандидат подкрепится. Перед встречей с избирателями. Перед встречей с избирателями. Да, Сан Саныч, дякую, тому, что вы меня запросили, то, что пригласили, будем говорить еще раз так. Я все-таки сегодня выживу после этих встреч. Хочу вам сказать, что когда вы придумали вот эту передачу, или вели передачу «Кухня», она мне очень понравилась. Я вообще регулярно смотрю телевидение ТВ. Приятно. В связи с тем, что с моей точки зрения это сейчас стало самое сильное телевидение в Сумах. Хочу... Спасибо. Это приятно слышать. Хочу вам сказать спасибо и хочу сразу здесь же сделать предложение. Вы знаете, я вот на встречах с избирателями мне внесли предложение, чтобы майбутний мэр міста, а у меня вообще нема сумнів, что майбутний будет тут стоять, майбутний мэр міста регулярно, скажем, раз в неделю имел прямой эфир со своими избирателями. Мы с удовольствием. Вообще это надо ввести в обязанность мэру, чтобы он действительно, ну, я не говорю каждую неделю, может, это и будет тяжело, но хотя бы раз в месяц действительно выходил, находил 2 часа, надо, мы предоставим 2 часа. И рассказывал людям, и они ему звонили, причем это не журналисты даже говорили, а вот телефонные звонки. Это очень, кстати, хорошая идея. Об этом я говорю. Поэтому пока мы еще начали, я пидим. То, что вы хотели, или нет? А мне нравится. О, хорошо. Наша очередь. Так, а ну. Ну как? Хорошо. Душевненько. Да? Пальчики оближешь. Нашим телеглядачам нагадую, що ви були на політичній кухні АТВ, партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу «Аспиво» і «Акватрейд». І в нас в гостях був кандидат на пост на посаду сумського міського голови Сергій Володимирович Клочко. Дякую всіх, що витерпіли. Дякую вам, що ви мене запросили. І вам дякую. Спасибі. Удачі вам. Смачного.